Здравствуйте, с вами YouTube канал Садовод Киев. Сегодня мы вам покажем, что у нас зашли новинки насадокультиваторов на мотокосы. Есть насадки на любые варианты. Труба 26 на 7 шлицов, труба 26 на 9 шлицов. Труба есть 28 на 9 шлицов и есть 28 на 7 шлицов тоже. Разновидности культиваторов. Есть вот такой вот культиватор, получается, с маленькими фрезами. У нас отдельно продаются и фрезы. Одна фреза стоит 200 гривен. Ну и такие тоже, по 200 гривен. Культиваторы идут уже не на втулках. Культиваторы идут уже на подшипниках здесь. Смазаны хадовской смазкой синей. Культиваторы это первого сорта. Цены у нас оптовые. Культиваторы идут индивидуальные, каждые в своей упаковке. Фирма культиватор Интерактив. Это завод их заказывает. Шикарные культиваторы. Сколько мы их продали. Никогда никаких геморроев с шестернями. Тогда были втулки тоже. Никогда них не было. Они идут в полной комплектации. В коробках еще винты. Есть ключики для затяжки гаек на винтах. То есть полностью в бомбонировании. Стоимость таких культиваторов вы узнаете у нас на сайте. Сайт будет указан под видео. Будет ссылочка. Ставьте лайки, подписывайтесь, заказывайте. На данный момент это очень актуально. Мы еще так сбоку обойдем. Покажем вам, что еще есть такие вот. Ну, ширина их. Оп. 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 Все идет на... Это идут на стопорных пальцах здесь. Она идет цельная. То есть, если снимать, так снимать сразу же две фрезы. Маленькие получаются, они снимаются посекционно. В общем, ребята, ставьте лайки, заказывайте насадки культиваторов. Постоянным клиентам будут скидки. Работаем на опт. Спасибо за внимание. До свидания.